Когда хочется чего-то новенького, тогда этот рецепт вам обязательно пригодится. Салат со шпротами под шубой – отличная альтернатива сельди под шубой. Салат получается красивым, оригинальным, нежным и вкусным. Готовится легко, быстро, из простых ингредиентов. Натираем на терке картофель. И на дно тарелки выкладываем первым слоем, равномерно разравниваем. Далее нарезаем кубиками лук и выкладываем на картофель. Смазываем майонезом. Далее открываем шпроты и сливаем масло, оно нам не понадобится. Разминаем вилкой и выкладываем следующим слоем. Далее натираем морковь, яйца и свеклу. Выкладываем слоями, разравниваем. И хорошо смазываем майонезом. Салат отправляем в холодильник минимум на 3 часа, но лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Попробуйте приготовить салат со шпротами по этому рецепту и убедитесь, что блюдо имеет очень интересный вкус. Это такое интересное и необычное сочетание свеклы со шпротами. Удивите родных новым салатом. Он подойдет как на праздник, так и на каждый день. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!